Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 86 на странице 58 учебника по русскому языку для 4 класса автора Климановой. Прочитайте, спишите предложение. Найдите главные члены в каждом предложении. Подчеркните подлежащее одной чертой, а сказуемое двумя чертами. Первое предложение. Молодые воробушки весело прыгают по дорожке. Предложение говорится про воробушков, это подлежащее. Прыгают, это сказуемое. Ёжик свернулся клубочком. Ёжик подлежащее, свернулся сказуемое. Маленький совёнок выпал из гнезда. Кто совёнок подлежащее, выпал сказуемое. Перед ненастьем муравьи прячутся в муравейнике. Предложение говорится про муравьёв. Это подлежащее, прячутся, это сказуемое. На зиму ежи устраивают для себя под корнями деревьев маленькие удобные берлоги. Предложение говорится про ежей, это подлежащее, устраивают, это сказуемое. Своей волчихой голодной выходит на дорогу волк. Предложение говорится про волка, это подлежащее, то, что он выходит, это сказуемое. Горит восток зарёй новой. Предложение говорится про восток, подлежащее, горит, это сказуемое. В тот год осенняя погода стояла долго во дворе. Погода подлежащая, стояла сказуемая. Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь, до следующего видео.